Хотите ощутить настоящий дух соперничества? Проверить свою реакцию? Провести слаженные командные действия, чтобы победить? Тогда эта моба игра для вас. Теодар – российская игра в жанре 3D моба, вобравшая все лучшие механики зарубежных аналогов. Множество разнообразных игровых режимов позволяет объединить от 2 до 24 игроков на локации одновременно. Здесь есть где разгуляться для прокачки и изучения красивейших игровых просторов. В бою используется система без прямого выделения объекта мышью Non-Target, эпичное сражение, осада замков, разнообразные истории, персонажи, множество типов брони и оружия. Приветствую вас, дорогие наши зрители. Игра Разрез вышла 16 сентября 2022 года, а точнее выйдет. Это брутальный, быстрый и беспощадный взрыв из прошлого, вдохновленный крестными отцами жанра шутеров от первого лица, таким как Doom, Quake, Blood, Shadow of War. Предлагает опыт, требующий науку, сосредоточение игра. Короче, игра, как всегда, на скорость, чего, наверное, я считаю больным для меня темой, потому что, не знаю, я такое практически никогда не играл. Ну, конечно, куда без Дума, мне кажется, Дума играли все практически, и Quake играли, мне кажется, все, но... Так, это что? А, это ну давайте его, не, минималку лучше пока просто посмотреть. Что по графе, что по геймплею, что из себя представляет. Ну-ка. Ух ты, какая скорость, что даже... Да, вот он весь этот трэш. Блин, ну они такие есть, они такие будут. Так, так что такое? Глаз, ракета, бомба. Что сделать? Здесь же просто проходишь, открывается все типа, да? Да, тут очень такая... Внимательно, быстро, атмосферно. Так, перезарядка. Ну, он постоянно перебросил, да? Я понял. А как туда запрыгнуть? Дабл джамп. Ага. Я понял. Так. Ой-ой-ой, тихо, это не... Что? Что это не я? Блин, ну патронов мало. Дайте что-нибудь посерьезнее. Ага, хорошо. Steam Injector. Два патрона, по сути, хватает, чтобы магнум затирать. Кстати, в таких играх реакция очень хорошо качает. В той же КС-ке, допустим, очень хорошо пригодится. Kick Dent это... Good. А у меня все, 19 кубов получается. Все, минус 4. Я говорю, я вообще не приспособлен, по сути, к таким играм, потому что для меня это очень больная тема, насыщенно больная. Но я вначале много хп потерял. Так. Ага. Нет, не получилось. А чтоб тебе? Да хорош. Криворуки. Ага, все отлично. Так, где здесь проход был? Это страшно. Так, патроны берем. Отлично, вот сейчас получше. 86 кп, это уже лучше. 91. Пятерку возместили. Хорош. Еще возместим. Шесть патронов, как раз, чтобы троих убить, в принципе, хватает, это уже хорошо. Минус один. Минус два. То есть во время перезарядки можно себя захерачить, да? Так, а что здесь? Что, про оружие? О, есть фонарь. Ретро-графика еще такая, кстати. Прям... А что, патроны кончились? Охренеть, просто. Трешу всех трешов. Ну да, патроны заканчиваются, получается, он переходит в ближний бой. Блин, ну, а может быть вообще не тратится, подожди. Попробовать технично как-то вот так. Ну, смотри, с патронами вообще напряг.
Хорош. Да хорош, ну как, я все хп просрал просто. 2 хп. Охренеть. Допустим, 8. Блин, а когда вообще на трешовую скорость, вообще беда. Магнум, 22 патрона. Жестко, жестко, очень больно и жестко. Допустим. Хорош, 13 патронов. Так, а я здесь куда проходил? А, вот там ниже. Нифига себе. Так, одного убил. Да-да, ну почти же всех убил. Короче, надо аккуратно первых всех перемочить. Без огнестрельного оружия. И будет тогда нормально. Тогда будет возможность, по сути, замочить тех. Конечно, если аккуратно. Минус один. Хорош. Ну, хотя бы 50 хп его оставили, это уже лучше. Блин, ну один минимум патрон. Подсадить патроны, бляха муха. Хорош. Хилка. Хорош. Посмотри, какая. Да хорош, уйди. А я того убил, да, получается? Отлично. О, хилки и патроны. Блин, ну патронов в любом случае мало. Все равно, очень мало. Что это такое? Что происходит? Вот это что такое? Ну типа мой первый какой-то леверс. Так, проход открылся, но если сюда попробовать заманить всех, они же взрываются. Для чего я сделаю? Охренеть. Блин, ну мимо проскакивает. Вот это трэш, вот это хорошо. Вот это прекрасно. Ай, хорош, чисто там. Ух ты, да что, да хорош. 10 хп, а что произошло, я что сделал? На, победил, справился. Блин, тут еще одна такая, да, это хренати. Три выстрела, по сути, хватает. Так, ладно, забираем патроны, нормально. Так, ну там хилка есть, 55 хп, я думаю, мы еще подвозим, остановимся. 65 всего. Дружины чешем. А почему здесь? О, ну хотя бы так. 95 патронов. Так, 19 патронов, все, хорош. Вроде как типа пошел. Он аккуратно не лоханулся. Я аккуратно лоханулся. Так, это что такое? Что за шипы? Просто стадион, у них тут выстрелы такие мощные. Хорош. А они даже не действуют, я смотрю.
Ну не, мне нравится формат этого оружия, то есть там все равно удар выносит, это просто летит. Это что за конгувал, ебать? Ой-ой-ой, она летает по-зверски. Мне кажется, музыкальное сопровождение неправильно. Кстати, когда трэш идет, он трэш идет. Что здесь происходит? О, гранатомет. Космические леса. Блин, пауки, которые стреляют. Какой? Урод, ты же застрелил его на. А где я вручку? А, помню, подожди, а где? Что-то не понял. Я думаю, я вроде нашел, что ли? Так, патроны. Попал. А здесь выше идет хорошо. Ух, хорошо прям попал. Блин, нравится, вот смотрите, как разлетается просто жестоко. 4 кп почти поддерживает. Блин, ну на харде здесь, конечно, будет очень больно. О, попал, убил, да? Получилось. Так, а что здесь? А здесь нихера. Здесь нихера нет. Так, идем, 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 идем. Так, лево, давай налево сходим. Так, заберем хп. Не будем туда падать. Равно что туда падать. Они тоже какие-то типа живые или что-то такое. Допустим. Ага, патроны. Дальше что? Так а чё, как спуститься-то? Или наверх теперь подниматься? Все выше и выше. Допустим. Ага. 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 Все, поднялись. 3, 4, 5, 6, 7, 8. А чё, а где? Почему я набираю, беру какие-то оружия, но... это было очень нечестно. Я не ожидал, что здесь эти толстяки пойдут. Отвечаю, не знал. Даже не предполагал. Я вообще листал оружие, хотел найти вроде какое-то разное оружие, берем, но... Ё-моё. Допустим. Так, вот сюда надо зайти. Во. Наконец-то что-то новое. Значит, там не новое оружие будет. Пулеметик. А ты, кстати, нормально выносишь. Блин, ну вот этих тяжко. Блин, ну я не знаю, проще что-то. Да хорош. 24 хп. Как бы тут типа... А, нет, я думал, это секретные проходы есть. Чё это такое? Нет, нельзя. А, разрезать, я понял. И что происходит? А, кишки. Кишки, ну кишки, допустим. Вызываться. Ля, тут посмотри, что. Походу сейчас еще прыгать будем.
А, ну вон. А здесь я не знаю, я смогу выбраться, нет? Давайте колоба. Ух ты, юрта. Я сам не ожидал, что так умеет, а ты че? Я просто думал, что снова. Ладно, выживу. Допустим. Японский дом. Бам. Так, и где-то здесь, короче, вот он этот мост, да, 36 хп у нас есть. И все собрал. А, ну смотри, у нас вот эти ливы, ну вот собираем, то есть это наши попытки якобы. Нормально. Да хорош, грёбаный таракан. Не, ну хотя бы, давай хотя бы пулемет. Есть, будет. Хорош. Да, сейчас решать, это я закончу надо. Так, есть пробитие. Все, убили. Не, ну... Я просто, я сам не любитель таких игр, на самом деле. Трэш-оук, вот эти спидраны и так далее, вот это все. Это не особо мое ухо, охренеть. Он еще с какого места начинает? Обалдеть. Тем более не буду продолжать. Поэтому, ну, если вам понравилось, вдруг ставьте, конечно же, лайки, подписывайтесь. Всем спасибо, всем пока.